Это осетры. Какие огромные. Кто там? Ого! Ничего себе, какие! Огромные осетры просто. Гигантские. А у тебя за спиной, ты посмотри, какого он размера. Вот там прямо, Сонь. Просто он гигантского размера. Сколько он весит, интересно. Они огромные просто. А ты знаешь, что это съедобная рыба? Она съедобная, она самая вкусная. Знаешь, какая она огромная? Покажи, кому ты это видео показываешь. Белуга. Белуга черная. Огромнейшая. Посмотри, Соня. Какого она размера. Посмотри, Сонечка. Подойди. Подойди, я тебя сфотографирую быстрее, пока она близко. Она мне тоже говорит, а я не знаю, что уже... Все. Огромная просто. Просто гигантская рыба, гигантская. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, у нее усы какие, Сонечка. Класс. Молодец. Красота. Их там две причем. Ты видела, их там две. Вау. Красиво. Красиво. Пойдем дальше. Да-да-да, конечно. Ого. Щука, Сонь. Сонь, ты щуку видела, Сонь? Иди скорее сюда. Смотри, это щука же вон наверху. Ты видела? И вот сбоку тоже, вон. Смотри, это же щука. Пошли. Золотую? Ого. Ого. Точно. Как в сказке. Которая приплывает и исполняет желание. Загадывай желание. Загадывай. Попроси золотую рыбку, чтобы она исполнила твое желание. Давай, давай. Загадывай, значит, много рыбок. Нет, ты загадай, пусть хотя бы одно сбудется, одно загадай, самое желанное, самое желанное. Рыбок много, какая-нибудь да исполнит. Побежали. Побежали? Загадал? Нет еще? Загадывай. Да, я хочу много было, чтобы у меня было много подарков на Новый год. Хорошо. И чтобы исполнилась моя мечта. А какая у тебя мечта? У меня мечта, чтобы мне на день рождения подарили планшет. Точнее, 10 тысяч, и они мне купили. Все. 2000 кристаллов. Да, точно. Все. На Новый год, да? Хорошо. Рыбки, исполняйте желание. Кто там? Кто это? Аксолоты. Ого. Аксолоты. Это такие розовые, только это редкие. Вон розовый. Смотри, там два розовых вдалеке. Это же аксолоты. Это сомы. Самые. Аксолотль. Похож на сома. Аксолотль. Ну пойдем, ладно. Блин, такое смешное имя. А смешное, да. Их там, да, они как-то лежат. Ну такие они, похожи на драконов. Какой-то прям водный дракон, да, Сонь? Да.
как дракончик такой. Чего себе. Кто тот? Здесь лягушка, нет? Здесь крошечные рыбки. Ну, пошли дальше. Ой, какая-то еще. Да, бежим. Где крокодил? Где крокодил? Офигеть, какая. Травка, это красивая. Кто? Это кто? Малек, наверное. Еще рыбку, но маленькая очень. Малек. Бежим, бежим. Крокодил. Ой, еще вот. Дальше крокодил. Ого. Красивая, синенькие. Здесь серенькие. Здесь тоже серенькие. Здесь травка без рыбы. А, здесь оранжевенькая рыбка. Здесь полосатенькие. Здесь тоже полосатенькие. Вон. Давай я тебя сфотографирую с большой рыбкой. Подойди к ним, Сонечка, поближе. Подойди к ним поближе. Смотри, какие рыбки. Класс, она прям к тебе приплыла. Господи, какая она страшная. Пойдем. А здесь? О. Здесь красивая. Только здесь как-то жила. Тебе там понравилось. Ой, а белые, ты видела, какие большие белые рыбы? Я тут жила аксосотелем. Смотри, как дельфины, Сонь. Они похожи на лебёд. А что там, Сонечка? А что тут? Тихо. А, это под водой. Ух ты. Подводный мир, да? Да. Смотри, какой сок. Ого, какие они там огромные. А, это мы как будто бы в подводной лодке, Соня. Слышишь? Мы как будто бы в подводной лодке, вот. Мы смотрим, что под водой. С подводной. О, наверху, смотри, наверху. Кто? Ты видишь? Кто наверху? Большая рыба, черная. А смотри, там скат маленький. Ого. Это кого? Мы под водой. И вон еще скат там. Мы смотрим на них под водой. Два скат. Белая какая, красивая. Круто? Да. Мы в подводной лодке так сидим. А хочешь с той стороны посмотреть? Хорошо. Здесь вода. Да. Ого, кто это? С такими усами. Ты где? А здесь темно, Сонечка, и я тебя здесь хорошо не смогу сфотографировать. Подожди, подожди. Меня подожди, Сонечка. Сонь, Сонь, иди сюда. Пойди сюда. Я тебя сфотографирую. Да. Вот туда, к той рыбе, к белой. Сонь. Вон, вон, красивый. Вот туда. Спасибо. Ты плывешь? Подожди меня, Сонечка. Подожди, пожалуйста. Вот здесь сядь, я тебя сфотографирую. С рыбками с ними. Можешь? Красиво. А в эту сторону?
длинная черная рыба. Не хочешь? Можно я ее сниму? Подожди меня. Вот смотри, какая лежит черная. Вон длинная. Вон она, вон она. А наверху смотри, какая соль. Над головой. Вон, вон, вон. И вон вторая такая же. Над головой прям. Ого! Ничего себе! Пойдем. Там их два? Они же меньше вас. Пошли. Пошли. Побежали. Побежали. Красиво. Красиво. Сонь, тын-таран-тан-тан-тан. Сонь, тын-таран-тан-тан. Сейчас, подожди, зайчик, подожди. Сонечка, подожди. Кто там, Сонь? Черная ската. Ого, а наверху ты видела кто? А где черный? Ого, он еще и в горошек. Мама, смотри, какой скат! Ничего себе, он еще и в горошек. Смотри, скат в горошек. Черный, да еще в горошек. А наверху видела, Сонь? Смотри, какие. Вон, скатик, смотри, какой. Скат черный. Смотри, какой. Да, черный, спит. А вот там еще один лежит черный, Сонь. А здесь смотри, сколько больших в крапинку, Сонь. Смотри, смотри. Вот они, смотри. Ты видела? Вот они, вот они. Посмотри, сколько здесь. Да. Вон скатики. Ты видела, какие они? Класс. Класс. Они как пылесосики. Катаются. Смотри, сколько их здесь. Вот те красивые. Девять? Ой. Вот те в крапинку мне очень нравится. А эти вот серенькие рыбки. Вот этот большой, да, серенькая. Смотри, какая рыбка на камушке. На камушек села. Присядь. Ага, это не крокодил. А, да, вот присядь, смотри. Да. А вон крокодил, точно. Не, это варан. Это не крокодил, Соня, это варан. Это ящерица гигантская. А он что тут, этих рыб? Это гигантская есть? Ящерица. Варан, ага. Варан, да. Пойдем. Пойдем, зайчик. Варан какой, да? Это ящерица. Представляешь? У нее очень удар такой сильный. Она очень сильная. Она хвостом может свалить. Она хвостом вот так хлоп. А ты видела, какие красивые, Сонь? Смотри. Ты видела? Ого, какие! Класс! Да? Какие красивые! Мама, стой, стой! Ого, а подойди к ним. О. Тут большой черный скат. Да. Тут еще больше скат, да? Да, вот черный. Привет! Ничего себе! Круто, да. Пиранья? Соня, это пиранья, Соня. Это хищная рыба. Хищная.
хищные. Они, представляешь, всех едят. Они хищные. Да. Они нападают целой стаей, Сонь. Пираньи, ничего себе. Не надо оранжевую жабу, там не может. Красную жабу не может. Вот он такая длинная штука Вова. Говорит, тут он будет. Кто там, Сонечка? Подожди, давай здесь посмотрим. Не спишь, уже у него наденешься. Это тоже пираньи. Ого, какие. Пираньи. Кто там? Бежим? Кто тут, Сонь? Твои любимые? О, он как плавает. Ничего себе, крутится. Класс. С какой скоростью он плавает, так как быстро. Там наверху, внизу Сонь плывет. Ух ты! Вон, еще один. Класс, еще один. Они друг за другом плавают. Ой, их там три даже. Их там даже... Мы побежали дальше. Вот они, смотри, смотри, какие красивые. Ой, кругленькие они такие, он выныривает. Они такие кругленькие, классные такие, да, шарики. Ты бы с ними поплавала? Он плывет еще раз. Давай, последний раз проплывет и пойдем дальше. Побежим, побежим. Оп, вынырнул. Оп, нырнул обратно. Побежали. Может, еще крокодилов успеем увидеть, чтобы они шевелились. Ого! Ого! Черепашки, Сонь! Соня! Сонь, тут черепахи! Смотри, какой у него рот. И тут черепах, ты видела? Вон они плавают. Вон черепахи, ты видела? Да, я видела. Просто они не очень большие. Бежим. Сейчас. Есть крокодила? Спят? О-о-о. Не шевелятся? Голова наверху? Голова наверху. Ну пошевелись, смотри, глаза открыты. Пошевелись. Опа. Опа. Смотри. Оль, смотри, крокодил поплыл. Какой он огромный, Сонечка, смотри. Привет. Глазки такие у него. Такие глазки, смотри. Смотри, ботан. Да. Глаза у него. Но. Какой он огромный. Огромный, да? Пополз. Смотри внизу. Смотри, поплыл. Ого, какой он длинный, Сонь. Ты посмотри. Как корабль. Огромный.
Смотри, как он хвостом, как мурена делает, Соня, хвостом. Вон он. Давай, плыви к нам. Вот еще один лежит. А что у этого? Ну, это тоже. Вот еще один, да посмотри, рот открыл. Да. Вот, наверное, не живой. Это не живой лежит с открытым ртом. Да? Нет, живой. По-моему, нет, глаза у него, видишь, не шевелятся. Он не живой, у него глазки не шевелятся. А вот тот живой. Его